Всех приветствую на своем канале и добро пожаловать на мой канал. Давно не было покупок из светофора, был повод туда заглянуть. Так, ну это мама выбрала кексы, 152 рубля. Вроде они с начинкой клубничной. Да, со вкусом вишни. Так, до этого брали вот такие булочки, 348 рублей. Маме мои не понравились, сказали жестковатые, есть подгорелые. Муж ест, 10-20 секунд в микроволновке. Вот такие они. 348. И такая упаковка, язычки есть. Но! Еще мы до этого брали вот такое оливковое масло. Ну, 148 рублей, так себе. Среднее. Ну, это понятно, что не натурального отжима. И главная находка. Вот эти вот. Креветка королевская, лангустини. Делает Аргентина. Килограмм 678 рублей. Тут 2 килограмма 186, 1483 рубля. Нам посоветовал друг мужа. Не разбирают, в морозилке лежат спокойно. Ну, может, дорого для кого-то, но кто-то по 2, по 3 упаковки берет из наших знакомых. Ну, сами знаете, везде даже, мне кажется, килограмм дороже стоит в магазинах. Вот. Тут непонятно. Пищевая рыбная продукция, свежеморозная, креветка с головой в панцире. Они вот такие вот длинные, сантиметров 10-15. И усы у них длинные. Так что вот такая хорошая находка. Кофе появилось в светофоре. Ну, там все уже для рассады, мебель, какие-то стулья, для машины, тапочки, шлепанцы, постельное белье. Смотрите, что появилось. В тот раз муж ходил, не было. Вот такая ореховая смесь, хорошая. 324 рубля с изюмом. Смотрите, какие крупные орехи. Даже подарить 500 грамм. 21.01 изготовлено. Арахис, фундук, миндаль, изюм, кишью, грецкий орех и бразильский орех. Смотрите, какая красота. Всего 324 рубля. Так, племянница. Взяли вот такую штучку. Там были еще с... Разные три вида, с миньонами, с кисками взяли. 80 рублей. На 8 марта и так, полакомиться. Так, увидели вот такие кашки. Так, 5 пакетиков, 28 рублей. Было обычно, мы взяли с абрикосом, может быть, тете дадим попробовать. И еще какие-то там были ассорти, другие каши. Так, еще подарим на 8 марта вот такой джем фруктовый, абрикосовый. Это не варенье, джем. 80 с чем-то рублей. И еще был такой клубничный. Голубика была. Смотрите, хороший такой. Ну, это джем. Что-то мазать. Так, делает Тульская область, Ленинский район, село Архангельское. Взяла попробовать. Закуска овощная, хренадер. Ну, с хлебом под суп. 74 рубля стоит. Так, 36 рублей сухарики жены ему взял. Потом мы взяли, ну я сомневаюсь вот в этом качестве, творожный крем со вкусом вишни. Ну мы, надеюсь, съедим до 9-10 марта, от 17.02 там все были. Делает, сейчас скажем, посмотрим. Ивановская область, город Фурманов. Годен 21 сутки. Ну посмотрим. Так, муж взял кока-колу. Такая, потом по чеку посмотрим. Из посуды хорошие кружки. Я взяла чисто белую вот такую кружку. Без всего. Хорошо сделана. Ручка. 71 рубль. Меня даже не пугает, что это в 2018 году изготовлено. Фарфор. Тоже, ну, совместный подарок. С 8 и 23 подарим. А, была еще с цветочком, но там ручка так приклеена. И были стеклянные кружки. Такие внизу с подсветкой. Фиолетовая, зеленая. И еще было запекать блюдо такое из фарфора белое. 500 рублей стоило. Сковородки были. Вот. Еще мы взяли вот такую красивую тарелку. Подарим тете на 8 марта. Вроде 110 рублей. Вот. Ну, можно что-то... Это как салатник считается, но мне кажется, можно какую-то нарезку, какие-то фрукты. Посмотрите, как оно красивое. Ну, посуду выгодно выбирать. Так, салатник... Опаловое стекло 16,5 серия. Вот так выглядит.
22 сантиметра. Там были красивые глубокие тарелки, красные такие вот. Они как бы такие немножко смешанные. Так, и последняя покупка мамы захватила. Вот такие шоколадные дрожжи она любит. Можно с собой брать, можно деткам давать. 177 рублей. Вот. Мороженое кто-то из блогеров показывал, как в детстве, ну или как в СССР, пломбир в таких упаковочках по 100 рублей не было. Были мороженое в упаковках. Сейчас я вам покажу, которые мы взяли. Кока-кола обошлась в 50 рублей. Вот такое мороженое было. И ампельгольд по 45, что ли. И рожки там в зеленой такой упаковке. Ну вот оно такое 130 рублей. Ну, неплохое так. Ну, конечно же, может быть... Сейчас вам покажу. Я немножко уже... Ну, вот такое вот оно. Так и есть можно, неплохое. Ну, это вот когда при входе у нас около касс прям мороженое стоит. А, были нарциссы. Да, нарциссы семена. Весенние цветочки какие-то семена лежали. Вот дуги там для птиц. Теплиц, вот все такое вот было. Так что и мы, когда откроем упаковку креветок, я вам их покажу. Так что подписываемся на канал, ставим лайк и подписываемся на Яндекс.Дзен. Пишите, что вы купили выгодного светофора. Вот смотрите, открыли мы упаковку. Вот так они выглядят. Ну, на человека в среднем 5-6 вот таких больших креветок, да? Если на компанию 4-5 человек, вот такая упаковка спокойно идет. Ну, вы видите, да? Вот они. И еще там внизу лежит второй ряд. Вот, отварили. Ну, каждому по 7-8 штучек. И еще останется на следующий раз. Так что подписываемся на канал, ставим лайк и пишите, что вы нашли в светофоре.